Костя, Костя, а что там такое? Что там под елочкой? А там игрушки висят, которые нельзя трогать. Костя, Костя, смотри, что тебе принес Дед Мороз. Посмотри, что это такое? Я ем, мать. У меня печенье. Что мне еще надо? Эй, пузатик! Ну, я как бы не такой реакции ждала. Дед Мороз, ты посмотри. Что это? Иди смотри. Иди сюда. Костя. Заново все. Костя. Что там такое? А что там под елочкой? Пойдем смотреть подарки. Пойдем под елочку посмотрим, что там. Пойдем, давай ручку. Сам пойдешь. Смотри, попить надо, конечно, срочно. Срочно попить. Сюда, посмотри, что там такое есть. Пойдем посмотрим. Ой, что это? Это, наверное, дай почитаем, что там. Это не тебе, а посмотри, какой вот этот красивый, может быть, это тебе. А это давай кому отдадим? Папе давай дадим. Тяка, что купала, не дура? Папе дай, дай папе. Папе дай. Давай мне. Ой, а вот это твоя, раскрывай. Опаньки! Какая у тебя тут интересная коробка, да? Ну, кто это такой? Крокодил! Наверное, сначала нужно включить. Вот тут сбоку кнопочка еще какая-то есть. Ой! Костя стал хочется им пользоваться. А нажми сюда, на кнопочку. Сюда все нажми. Окей. Ой! А давай дадим ему, смотри, кушать. Став сюда. Подожди, нужны еще один гостик. Ладно, пускай пока ты распакуй, пока поиграет. О, распаковал. Вот, нормально подумал, не торопись. Ну тогда, я подумала, что все время в своей любимой майке, блин. А сейчас вот хоть нормально, прилично что-то выглядит. Спасибо. Пожалуйста. Ну, Костя, у тебя еще, наверное, подарочек один есть, правда, я не знаю. Нам тетя Катя, Дед Мороз, не сказала, какой для меня, какой для... Маленький для тебя. Маленький для меня. Костя, смотри, еще есть один подарок. Маме будет на что наступать. Костя, смотри, вот тебе еще. Смотри, сколько игрушек. Так, ну что же, давайте посмотрим, что тетя Катя подарила мне. Если что-то неприличное, то вырежем. Я поэтому один кадром и снимаю. Это все тебе, да, это все тебе, Костя. Открывай. О, отлично, то, что не надо было. Сейчас. Что тебе? Я тремя прикрываю. Что тебе? Плойка? Нет, маленький. Вау! Ты думаешь, все подарки тебе? Это маленькая гафра для корневого объема. Ты ее давно уже Прикольно. Спасибо, тетя Катя. Ничего тут такого. Не работает. Это прикольная штука. Опа, свистит еще. Ну давай, тут еще есть один подарочек. Ой, от кого? От Костика. Костя сам, наверное, писал, да? И выбирал сам тоже, наверное. Сейчас посмотрю, что я там подарил. Я ничего не видел. Нет, на конспекту-то наверняка. Чтоб я точно майку свою не надевал. Я все равно не брошу. Тебе помогают, видишь, я что-то тебе долго. Ох ты. Я надеюсь, что как раз будет.
Он пытается примерить. Давай, Дима. Немножко большеват тебе, Костя. Но ты можешь подождать и в следующем году носить. Нет. Нет, говорит, большая она мне. Спасибо, спасибо тебе большое. Только это Костику спасибо. А чтобы не возникало вопросов, что мне подарил Дима на... Вернее, Дед Мороз подарил на Новый год, я просто заранее уже распаковала, потому что я просила это. Он мне подарил огромнейший комплект карандашей для рисования, потому что... Ну, как бы просто карандаши, те, кто рисует, знают. Обычные карандаши, они как бы слабоваты. А мне вот подарил какие-то, которые нужны, короче, мне карандаши. Вот. Вот. Видите, какая прелесть? Крутяк. Они, ой, как они пахнут вкусно деревом. Короче, теперь я смогу вернуться к своему рисованию хотя бы карандашами. Красками пока нереально, так что... Вот к нам пришел. Костя, не это тебе, вон тебе. Тебе это надо вам, поскромнее. Вау! Это не значит, что а поцеловать тетю Таню. А тетя Таня бусечку дать. Спасибо, скажи. Зубы накрашены, будет тебе потом. Ну, ничего, у него тоже гиничка накрашена. Он так уж управил, гиничку намазал. И это тоже нравится. У меня в холодильнике тоже стоит на всякий случай. Отлично. Давай, пошли. Пошли распаковывать. Ох, как тяжело. Нет, Димочка, я не могу на руку. Смотри, так, развязать. И теперь рви бумажку. Рвать он уже умеет. Все в порядке. С этим у нас все в порядке. Мы не стесняемся. Давай. Ой, давай. Ой. А что там такое? А что это такое? Пакетики. Вау. Ну так доставай. Смотри, какая там фирма. Ох ты ж, ёшки, ну все, Костя, надо теперь на море ехать. Посмотри, Дим, у него круче, круче шорты на плавание, чем у тебя. Посмотри, какая фирма. Ну померь, говорит, померь мне. Ну давай, надевай. А эти еще большие чуть-чуть. Это на вырос, это 104. Нормально, как раз на лето. Ну вот я такой, так и подумала. Это Хилфингер. Не, я понимаю, я тоже хочу пойти. А там трусы были эти? Да. Ну, красота! Ну, со штанами милитари вообще отпад, посмотри. Ой, красота как сама. Можешь бегать сразу. И карманы у тебя есть еще. Нравится? Нравится, да? Смотрите, что мне Таня подарила. Таня знает, как человек, у которого тоже не проколоты уши, эту боль, что ты не можешь найти клипсы. В наше время клипс. У нас, по крайней мере, в Латвии, в нем с огнем. И смотрите, она подарила мне клипс, так что я сегодня смогу выгулять. Я думаю, что вот эти мне подойдут сегодня. Вот эти сегодня. Красивенькие, там тоже понравились. О, круто, спасибо. Вот за это реально спасибо большое. Это вот прям очень надо будет. Вот эти тоже классные. На, тебе тоже. Кое-что символичное и кое-что нужное. Ну, как бы так. Окей. Блин, Костян там. Давайте посмотрим, что нам подарила Таня. Какая коробка красивая. А что это такое? Ну, сейчас открою, узнаешь. За коробочку, отдельно спасибо. Пожалуй, я тоже коробочки люблю. Ты же понимаешь, да? Мне уже нравится. Да, и видишь, ему тоже нравится. Она еще блестит. Вау, круто, спасибо большое, очень красивая. Реально красивая. Я почему-то не знаю, увидела этот рисунок и сразу про вас подумала. Очень красиво. Ты же знаешь, что ну, коробочка вообще шикардос. Я коробочку никому не отдам. Вообще, я так понимаю, что я могла просто коробочку подарить. Ну, конечно. Но фото. Ну, а кстати, хорошо тебе такой цвет. Черно-белый полоски. Да, посмотри. Удобные? Ну, посмотри, зеркало иди. Мне кажется, тебе хорошо подходит. И треугольный вырез тебе классно. Посмотри, Дань, как ему классно. Сама похвалила. Спасибо. Это Дед Мороз. Открывай, иди. Закрылся. Давай, открывай. Открой дверь. Открывай. Сначала там. Пипсик открой. Язычок там дергай. Язычок. Открой дверь, открой. Ты не стучи меня, открой, там пипсик такой. Не хочет, нет. Давай, открывай. Открывай, крути. Всем привет! Поздравляем вас с наступившим уже Новым годом! Хотим пожелать в этом году как никогда здоровья. Оно нужно всем. Как да? выяснилось, да, здоровье. Здоровье, оно нужно. Самый банальный тост оказался самым правдивым. Здоровье
и счастье в личной жизни. Вот, а, кстати, да, насчет личной жизни, сейчас же как раз вот в этом году и выяснили, значит, все на карантине, дома, да. Да, также мы хотели бы сказать, что везде можно найти положительные... И во всем. И во всем положительные плюсы. И я мастер логики, вы знаете. Положительные... Катя, ты можешь ржать, как. В этом году все очень быстро и сразу определились, с кем же они хотят в итоге встречать Новый год. А они так, чтобы... Выбор-то был небольшой. Да, до 12... Ну, вы поняли, что я имею в виду. Наедине с собой, вот, а на самом деле, наедине с собой. Простите. Так вот, что мы хотели вам сказать? Мы хотели бы вам пожелать, помимо здоровья, как мы уже пожелали, благополучия, и хотели бы пожелать всего того же вашим близким, потому что это очень-очень важно. А еще хотели бы сказать большое-большое вам спасибо. Вас у нас не так уж много, но мы вам очень благодарны. Особенно, ну, всем вам очень, да. Особенно благодарна вам, Катя, за то, что она ровно держит камеру. Не сбивайтесь. Я стараюсь, но мне тут ребенок рядом. Он меня толкает. А остальным мы очень сильно благодарны за вашу поддержку, за вашу веру. Нам очень приятно, что вы нам пишете комментарии, что вы в нас верите, что вы пишете нам, чтобы мы продолжали все это дело. Потому что, конечно, в первую очередь, изначально мы это делали для себя. Для того, чтобы Костик посмотрел, когда вырастет. Но сейчас, когда вы нам пишете такие хорошие вещи... Ну, мне до сих пор, на самом деле, интересно пересмотреть какие-то старые видео. Вот, в том-то и дело. Но когда ты еще получаешь от других людей связь обратно, это то же самое, как вы разговариваете с каким-то человеком, он вас слушает, но вам не отвечает. А мы разговариваем с вами, и вы нам отвечаете. И за это большое-большое спасибо. Еще хотела сказать, что мы никогда не думали, что мы доживем до такого времени, когда мы испытаем и узнаем, что такое комендантский час, что такое самоизоляция, что такое ты не можешь уехать из страны. Это очень неприятные и страшные чувства, но с другой стороны, нужно подумать, что уникальные. В любом случае, это лучше, чем война. Да, во-первых. Так что мы можем положить. Мы живем в очень уникальное время, про это время потом будут рассказывать в истории и так далее. Вы будете, как старые динозавры, говорить, я помню это время. Так что давайте думать позитивно, и я верю в то, что позитивное мышление, оно очень сильно работает в следующем году, если мы все будем надеяться на это. И будем если верить, мы будем живы. Все будет... Все будет хорошо. Правда? Да. С Новым годом. О, это так мило. Утку съели уже, да? Утку уже съели, утка была офигенная. Сейчас будем кальмарчики кушать, а потом у нас мясная плата, да? Да. Ну, на самое начало, как вы видите, все, кто купил салют, слышите, вернее, все, кто купил салют, стреляют в 9. Но мы посмотрим, я уверена, что кто-то будет стрелять в 11 или в 12. Посмотрим. Вот я прям... Нашел. Все, Аленка, ты не успела. Я как всегда. Ой, Аленка, какая шикарная плата. Обалдеть. Ставь. Если хватит места. Ой. Ставь. Вот у нас бутербродики. Эти будут с крем, сыром и икрой, а эти с паштетом домашним и огурчиком маринованным домашним, а эти с салом. Почему так мало? Потому что сало едят только вот эти вот два хохла. Вот. Но это мы вырежем. Потому что сало едят только вот этих вот двое уважаемых мужчин. Пожалуйста. Вот. А это у нас плата. Сырно-мясная оливково-капустная плата. Вот большой. Да. Не, ну, вот такой, но у него длинная... Что, Костя, не получилось починить? У нас, короче, Новый год начался. Еще не Новый год, но началось с того, что у нас начала протекать посудомойка. Дима там снял эту доску. И она починилась. Дима мне сказал, что там отошла резинка, но оказалось, что снял доску, и все починилось. Костя сейчас пытается ее поставить назад. А так, все хорошо. Ну что, с Новым годом? Так снова. Еще не Новый год, ну блин, не с наступающим. Наступающим. Где-то уже Новый год, в Новой Зеландии уже давно, уже был. Как-то в Новой Зеландии, да, 12 часов. 12 часов, да. И гундосит, и гундосит. Сейчас вот это было особо. А я говорила, что будут люди, кто пульнет в российский Новый год. Ну, уже неправильное время. Народ не знает, у нас нельзя уже запускать новые салюты.
У нас великий комендантский час с 10 часов до 5 утра, кто еще не знает. И салюты, соответственно, пускать разрешили только частным лицам. А выходить частным лицам запретили. Поэтому по факту салют у нас не будет. Но я, у нас поэтому все салюты начали запускать до 10. А зачем ты это сейчас сболтала? Сейчас как в бомбане? Я не сболтала. Тихо, так у вас выше нету никого у вас. Так что все нормально. Не важно, а потолки кому-то. А потолки. Звездное лето. Звездное лето. Быть, да? С Новым годом, Россия! Как их укладывать спать, я не представляю. Латышский, это латышский. Мы все загадаем. Аленка перепутала стаканы. Это мы загадали желание, сожгли бумажки. Но кто-то первый раз это делает. А тебе придется желать. Я выпью то и то. Наверное, это у меня первый год, когда перевел вся бумажка. Сейчас будет там. Вы не видите. Ну, вы слышите, да? Вы бы слышали, сколько на улице сейчас орёт людей с Новым годом? На улице орут... Не, ну, вообще, в принципе, там явно гаду. Орут люди с Новым годом и салют стреляют. Из окон? Ну, не из окон, мне кажется, нет вообще. Ментов нет? Не, ментов нет. Ой, простите, полиция. А ты говорил, 12. Да, конечно, они 3000 уже на салют спустили, генерал. Слышь, как орут? Слышь, как орут? Слышишь? Это все наши законопослушные граждане. Что? Что? Снимите. Нам нужно снять да. Концовочку, со всеми прощаться. Случай, да? Не на всякий, просто со всеми прощаться, потому что уже вечер подходит к концу, уже 5 часов утра. А, вот, но у нас стол еще полный. Ты когда, а кого ты снимаешь там? Я снимала там, что у нас сейчас времени. Ну встань, солнышко. Ну хорошо, идем, я тебя отнесу. Я заклинил просто, она старая, старость. Короче, Дима хочет снять концовку, потому что он думает, что потом мы напьемся и... Нет, потому что обычно так бывает, что мы засидимся, устанем и уже не будет просто сил что-то или забудем доснимать, поэтому лучше... А я предлагаю еще немножко потом поснимать какие-то вот эти вот и... Но мы обязательно, смотрите, если у нас будет силы что-то переснять, то мы вставим что-то другое. А давайте так, мы сейчас снимем концовочку, а потом, если мы еще что-то снимем, мы еще что-то снимем. Если не снимем, да. Ну всем счастливо, хорошего Нового года. Хорошего Нового года вам всем. И пишите, пожалуйста, комментарии, лайкайте видео, потому что для нас это очень важно. Если вы будете делиться этими видео, о чем мы вас не можем попросить. Нет. Мы не будем вас об этом просить. Но если вы делитесь видео, это, конечно, вообще супер. Но такого мы даже не просим. Ну, просто пишите комментарии и лайкайте. Нам это очень приятно, потому что, когда вы пишете комментарии и лайкаете, это как не абстрактная такая фраза, обратная связь, это не то. Это как диалог с вами. То есть мы с вами разговариваем, вы отвечаете. Это очень-очень приятно. Чпочкаемся. Я даже послышал, чпокаемся. Мы так чпокаемся. Чмокаемся. Короче, ребята, всем пока, всем хороших праздников, у вас впереди. Пишите комментарии, потому что тогда мы реально чувствуем. А еще посмотрите, у меня тени красивые, посмотрите, они переливаются разными цветами. Синий, зеленый. Нет, чувака, мне потом это монтировать. Ты не написала? Это, наверное, было. Новым годом! Ну, потому что это больше трэш. Почему ты писала?
Я обожаю запах серы, наверное, я съем. О, мне так нравится, как пахнет. Смотри, что у меня. Ты вчера уснул, мы тебе оставили бенгальский огонь. Смотри, как красиво будет. Только трогать нельзя. Трогать нельзя, да. Я одна из тебя. Не задувай, подожди, Костя. Смотри! Ой! Только за... Да, вот так, вот так он уже держать. Вы смотри, сколько счастья. Здорово, да, Костя? Здорово! Ты прикольный, когда первый раз что-то знаешь? А? Думаешь, не знаешь, что это горячее, можно тронуть. Давай еще раз вместе. О, мама задула.